Мы были все воодушевлены ситуацией, которая происходила тогда в МВД, когда мы начинали работать с новой патрульной полицией, когда на одно место приходили много людей, когда мы подняли первым делом зарплату. Я хочу просто акцентировать внимание на том, какая зарплата сегодня прокурора. Почему туда не пошли молодые люди, прогрессивные? Да, потому что, послушайте, сегодня стоит один вопрос. Угу. За 2500 гривен ни один уважающий себя юрист не пойдет работать в прокуратуру. Поэтому это и была система, которая сама себя сохранила. Низкими зарплатами могут работать те люди, которые в этой системе понимают, знают ее и изнутри... Поэтому я объясняю, для того, чтобы вернуться. И мы, когда это все понимали, были, дали год для того, чтобы мы прошли этот этап. К сожалению, к нашему, мы опоздали. Сейчас необходимо просто на год отсрочить то, что говорят все. Угу. Но сделать по новому конкурсу, поднять главное зарплаты, и только после этого дальше продвигаться. Спасибо.